Всем привет! Мы сегодня отправляемся в небольшое путешествие и берем вас с собой. Оставайтесь в этом видео, будет интересно. Решили мы отправиться в сафари-парк Кудыкина гора, который удачно расположен по трассе М4 в Липецкой области. Так что, если соберетесь на море на машине, можете туда заглянуть. Парк современный, недавно сделан, все есть в нем, кафе, рестораны, туалеты, чисто, сам вход в парк бесплатный. На входе возле инфоцентра можно взять на прокат велосипеды и кататься в них по парку, потому что территория достаточно большая, а велосипеды, кстати, некоторые еще новые стоят. Парк стал очень известным благодаря огромному Змею Горынычу, который, кстати, еще пышет огнем, но по расписанию в 8 часов вечера, когда стемнеет. У парка огромная территория, по большому счету это голое поле, поэтому обязательно берите с собой головные уборы, чтобы не напекло. В парке хорошо организован прокат лошадей и верблюдов. Есть пони, можно прокатить детей, стоит это совсем недорого, около 170 рублей. Покататься в карете на лошадке около 500 рублей. Ну, в общем, достаточно такие цены демократичные. Можно остаться там на ночь, там хорошие оборудованные домики, стоимость 5000 за сутки, вместимость до 6 человек. В парке совершенно разные животные, и деткам очень нравится, потому что, по сути, к ним подойти можно очень близко, сильных заборов и загородок там нет. Помимо ресторана и кафе, на территории парка есть фудтрак. Котлета, ты у меня проголодался, да. И салатик. Кстати, котлета была недожаренная, я вовремя хорошо увидела, но попросили переделать, без проблем сделали и дали еще в подарок морсики. Кафе чем-то напоминает столовую, но все чисто, современно, еда вкусная, может быть относительно дорого. В 1800 у нас вышло пообедать на четверых. Вкусно, но дорого. Если будет возможность, обязательно посетите этот парк, в нем можно классно провести время, летом там еще работает пляж. Спасибо вам за просмотр и до встречи в новых видео.